Друзья, всем привет! Показываю пока еще не расчищенный участок, который находится прямо над центром города. Вот, если знаете ориентиры, вот дом Титаник. То есть вот я прям над ним нахожусь, и соответственно телевышка на Альпийской. Ну и соответственно, вот видите, панорама моря. Смотрите, участок у нас идет вон туда. Я хочу кронировать несколько деревьев, чтобы панорама моря была пошире. Ну и, естественно, панорама гор тоже великолепная. То есть это как раз тот уникальный случай, когда мы захватываем и горы, и море. Значит, вот здесь вот есть парковочка. Она же сюда же пройдет. Вот здесь вот мы тоже все вычистим. Значит, смотрите, что тут будет. Тут будет два участка по 5 соток. С отсыпанным заездом по краю. Соответственно, один участок будет вот здесь сверху. Логично дом ставить. Другой чуть-чуть понижен. То есть вот примерно на уровне, как у соседей дом стоит. В принципе, это пока единственные соседи. Других соседей нет. Это достаточно тупиковое место. Самый верх раздольного с видом на море. Вот сейчас я попробую с дрона еще все это снять. Но тем не менее, давно у меня не было таких хороших, классных видовых участков. Уклон градусов 14-15, что, в принципе, вполне приемлемо. Тут весь склон такой. Поэтому, друзья, звоните, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и досмотрите обязательно видео до конца.